Здравствуйте! На ваших экранах прогноз погоды. А значит, в течение нескольких следующих минут вы узнаете, какая синоптическая ситуация ожидает нас в воскресенье 10 июля. И я, Олеся Вайнер, с удовольствием вам об этом расскажу. В ближайшие сутки солнца будет очень мало по сравнению с предыдущими днями. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки и не исключают грозы. Максимальная дневная температура воздуха по стране достаточно комфортная – плюс 28 градусов. Теперь подробнее о погоде по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 13-26 градусов тепла. Переменная облачность и дожди здесь ожидаются с ночи и до позднего вечера. Местами ночью, а также в утренние часы и в дневное время предполагаются грозы. На юге страны за сутки термометры покажут от 17 до 25 градусов со знаком «плюс». Облачность в регионе на протяжении всего дня сопровождается осадками и грозами. Температура воды на курортах Черного моря – плюс 24 градуса. Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник всех тех, для кого рыбалка – это работа, а также для тех, для кого рыбалка – это интереснейшее увлечение. С днем рыбака вас, профессионалы и любители! Крепких снастей и больших уловов! А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 13-22 градусов выше нуля. При этом осадки выпадут преимущественно после полудня. Весь день будет наблюдаться переменная облачность. На севере страны минимальная ночная температура воздуха плюс 13 градусов, а максимальная дневная 25 градусов выше нуля. Облака, которые займут небосвод на целый день, принесут в регион дожди. Днем прогнозируются грозы. Восток дождевые облака также не обойдут стороной. При этом синоптики не исключают и грозы. За сутки термометры в регионе покажут от 14 до 28 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра достигнет 6 метров в секунду. Солнце осветит наш край в 4 часа 30 минут. А за горизонтом скроется в 20 часов 25 минут. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 15-19 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов. В течение целых суток небо в области будет покрыто небольшими облаками. В вечерние часы это приведет к осадкам в Луганске и Алчевске. В Донецкой области после полуночи температура воздуха 14-20 градусов тепла, а в дневное время температурные показатели поднимутся до 24-27 градусов. Жители Славянска, Донецка и Мариуполя ожидают облачность. В областном центре предполагается дождь в вечерние часы. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 26 градусов. В Днепропетровской области ночные температурные показатели составят 16-18 градусов тепла, а после полудня прогнозируется 23-27 градусов выше нуля. В Кривом Роге дожди будут идти с ночи и до позднего вечера. Не исключаются и грозы. В Павлограде и областном центре сухо. Предполагается только небольшая облачность. Температура воды в Днепре плюс 22 градуса. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. Жителям и гостям Киева также в этот день понадобятся зонты. Дожди прогнозируются в утреннее, дневное и вечернее время. В течение дня возможны грозы. За сутки столичные термометры покажут 15-23 градуса выше нуля. Вот таким достаточно дождливым выдастся конец недели 10 июля. Солнечного вам настроения, несмотря на капризы природы. И до встречи в нашей студии!